точнее, не пропила. Филиппова Елена, магазин «Калужская», Москва. Ну скажите просто спасибо. Мы вам поаплодируем. Спасибо большое, люблю Литуаль. В номинации «Лидер перемен» для вручения этой номинации мы хотим пригласить на сцену финансового, коммерческого директора «Литуаль» и просто красивую женщину Елену Бабарик. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Наши новые регионы сейчас в самом начале очень большого и важного пути. И я думаю, что в этом конверте фамилия человека, который с этим стартом наших перемен справился, на наш взгляд, лучше, чем все остальные. Итак, лучший региональный директор Павел Гаглоев. Я очень сильно благодарен тем, кто не дрогнул в декабре, тем, кто не дрогнул в марте. Господи, спасибо, что вы это сделали. Следующая номинация называется очень просто. Маленький, да удаленький, под ваши аплодисменты, дамы и господа. Приглашаем на эту сцену представителя марки Жозе Айзенберг. Да. Господин Жан-Люк. Господин Жан-Люк. Я очень счастлив сегодня оказаться среди вас. Большое спасибо вам всем за ваш такой теплый прием во всех ваших регионах. Мы с таким восхищением вспоминаем наши поездки по вашим городам. Фирма «Айзенберг» с большим удовольствием хочет объявить конкурс, чтобы 10 лучших победителей смогли поехать в поездку VIP в Монако. Спасибо большое. Спасибо большое. Господин Жан-Люк, откройте нам тайну, кто же победил. Победительница. Буланова Елена. Мы маленькие и удаленькие, и мы так будем держать. Выступает фехтовальный дуэт «Бреттер». Встречайте! Ура! Дамы и господа, номинация «Самый умный». Встречайте! Мы приглашаем директора того самого департамента Николая Зайцева. Николай Зайцев, добрый вечер! «Самый умный магазин» представляет Лобова Ирина, город Красноярск. Ирина! Я очень рада работать в этой компании. Дамы и господа, под ваши аплодисменты, «Самый ухоженный». Мы приглашаем представителя L'Oréal Lux на сцену для вручения этой замечательной номинации. Я бы сказал, мы приглашаем самого ухоженного из ухоженных на этой планете. Добрый вечер! Здравствуйте. Ну, вы знаете, сначала я подумал, что самый ухоженный магазин – это что? Ну, самый красивый, где все отлично. Мне сообщили, что это не так. Но я очень рад вручать эти призы за самый ухоженный магазин. Итак, дамы и господа, в номинации «Самый ухоженный» значит, город Питер, Питер 3, Ирина Архипова. Спасибо огромное нашей компании, спасибо огромное центральному офису за поддержку огромную в течение этого года, которому Лене Родичевой огромное спасибо, Лене Бабарик и всем-всем-всем. Спасибо. Принимали. Именно так и называется следующая номинация. Высокий градус или спиритус? Спасибо большое. Все так неожиданно. Спасибо большое. Номинация называется «Вечная мерзлота». Приглашаем директора департамента Любовь Бодренкову. Мне очень приятно вручить номинацию директору, сумевшему создать самый стабильный коллектив в своем магазине с самым низким процентом уволенных. Сейчас посмотрим, кто же это. Магазин «Топ Тим». Валентина Кузнецова. Очень неожиданно и приятно. Спасибо. Ура. Вам спасибо.
Ангел его. Ангел-хранитель мой. Да. Именно так называется наша следующая номинация, дамы и господа. Дорогие друзья, аплодисменты. Аплодисменты. Главный бухгалтер сети. Вот что значит хороший бухгалтер. Не объявили, а уже на сцене. Речь не про интернет же идет. Здравствуйте. Сеть. Пожалуйста, вам слово. Я хочу вручить эту номинацию нашему самому лучшему бухгалтеру, который сумел обеспечить самое высокое качество учета. Это Елена Москалец, город Барнаул. Ура! Пожалуйста. Огромное всем спасибо. Конечно, как бы мы не имеем такого, как прямого отношения к продажам. Но мы же их учитываем, чтобы каждую копеечку донести. А сейчас, друзья, для вас на этой сцене со специальным поздравлением уникальнейший коллектив. Огненные люди. Огненные люди, ваши аплодисменты. Но вообще, на самом деле, достаточно сложно называть следующую номинацию. Называется она «Мисс Маржа». Дамы и господа, для вручения номинации приглашается владелец «Летуаль» Максим Климов. Балабуева, Сефора 24, Самарская. Спасибо огромное, очень неожиданно, я очень рада. Да. Мы хотели бы объявить номинацию «Самый народный магазин». Для вручения самой народной номинации приглашается представитель «Лореаль Париж». Шарипова Юля. Юлия Шарипова. Из города Казани. Я очень рада и спасибо этой компании. Тож, лучший эксперт по продаже воздуха и подарков Михаил Щедрин. Как это прекрасно, когда покупатель отдает свои 10 тысяч рублей за кусочек пластика, который стоит 3 рубля 89 копеек. Хотя он покупает от нас самый лучший сервис. Это самый лучший подарок тому, кому он хочет подарить подарочную карту. А теперь тот, кто больше всего это понял. Ярослава Лядин. Мухортова Наталья. Поприветствуйте. Ярослава Лядин. Спасибо огромное. Номинация «Человек года». Для вручения номинации приглашается генеральный директор сети «Летуаль», человек столетия Кирилл Мурадов. Я вам скажу, кто человек года этого года. Алексей Собиняков. Дамы и господа, Алексей Собиняков, человек года! Ура! От всего сердца я тебя поздравляю, насяльник. Спасибо. У нас к тебе есть маленький сувенир. В Париж мы тебя не отправим. В Париж едут девушки к Жан-Люку. Очень тронут. И не знаю, вы все для меня, знаете, как любимая женщина. Хотя, конечно, мужиков-то 750 всего, да, там. Женщин почти 7 тысяч. Вот, но к вам обращаюсь. Все равно, как любимой женщины, по-другому не знаю, как сказать. Поэтому один куплетик спою для вас, по-другому не умею. Да. Ты восчувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая. Ой, да ты восчувствуй, моя дорогая. Номинация «Опора продаж» под ваши аплодисменты. Директор по закупкам и логистике ООО «Алькор и Ко» Максим Милин. Именно они, сотрудники Тайного фронта, помогают вам. И я очень рад представить вам этого человека. Сейчас я узнаю, кто это. Саранцева Наталья! Огромное спасибо руководству компании. Огромное спасибо девушкам, которые делают продажи, всем магазинам. Дамы и господа, под ваши аплодисменты мы начинаем розыгрыш автомобиля. И мы приглашаем на эту сцену представитель компании «Сисли» Алексея Хамидуллина и Ирину Нилову. Вы знаете, нас
до такой степени каждый год поражает вот это вот собрание, что на следующий год мы постараемся играть немножко больше автомобилей, а может быть и самолеты. Мы долго придумывали, как разыграть. Мы взяли духи, которые вы продавали абсолютно замечательным образом в прошлом году. И в одной из этих коробочек лежит помеченный флакон духов. Достаточно просто взять и открыть. Вот и автомобиль нашел своего победителя, своего хозяина. Да, автомобиль достается представителям магазина на Садовом. 3, 4. Браво! Любимица публики, очаровательная и несравненная, Патрисия Касс! Bonsoir, добрый вечер. Comme un insecte fou, respirer la poussière, vous venir à genoux, redécouvrir ma voix, en être encore capable. Un rêve insaisissable, toucher les musiciens, sourire à des visages à 4 heures du matin, n'être plus. Tout d'abord, merci. Envie de zèle, Lili Marlène, reparlez-moi des roses de Gottingen qui m'accompagnent dans l'autre Allemagne à l'heure où Colombie veut toujours s'éloigne de quel du mur, la frontière vous respire. Sa façon d'être moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué 200 fois, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure, et quand il brille dans ses yeux, je voudrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures, et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui. Mon mec. Mon mec à moi. Merci. Самый волнующий момент. Сейчас мы узнаем главную звезду этого вечера. Балдина. Ирина Балдина! Ирина, поздравляем, вот ваша грамота. И возьмите из рук Патрисии Касс ваш заветный конвертик с победой. Мы вас поздравляем. Ирина Балдина! Звезда Летуаль! Огромное спасибо, Летуаль! Всем, 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 кто в нем работает. Спасибо.
100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, все время приходится что-то придумывать, что-то креативить, что-то делать то, что не делают другие, или делать это как-то по-другому. Мы считаем, что мы делаем это хорошо. И сегодня мы вас собрали для того, чтобы показать вам, поделиться с вами наши новые идеи.